Говорят, что в то время было очень много праздников. 160 праздников в году. И были предпраздники, это подготовка к праздникам, и по празднике, выход из праздника. Потому что сам праздник – это измененное состояние сознания. И когда люди готовились к празднику, они черпали знания, информацию прям со Вселенной. Все приходило, озаряло их. И, конечно же, каждому празднику творили специальные хороводы, с красивым узорочем, с переливами, с переходами. То есть каждому празднику была своя песня, свой хоровод, пляска, были разные забавы, были театральные мистерии, и даже были карнавалы. Вот. Так что вот нам сейчас только постигать и постигать эту величайшую культуру. Сейчас мы находимся в удивительном месте. Это святыня России, Дольмены. Сюда каждый год на фестиваль восхождения собирается народ отовсюду. С разных городов, с разных деревень, поселений приезжают люди и привозят свою культуру. Множество мастеров проводят пляски, игры, хороводы, проходят разные целительские практики. Тут изучаются травы, изучаются массажи, та же самая йога, как помочь своему телу. Очень много разных практик на взаимоотношения, на то, как обучать детей, как питаться правильно, как создать свою счастливую семью. Здесь просто целый кладезь вот таких вот знаний, как будто бы вот сами волхвы сюда приезжают и вещают. Поэтому раз в году непременно нужно сюда попасть, в это волшебное место, чтобы окунуться вот в это вот наследие, которое люди несут, взять вот эту частичку мудрости, понести ее в жизнь и с ней и жить.